Всем-всем здравствуйте! Меня зовут Ольга, и вы зашли на канал «Вязаное хобби». Сегодня я хочу показать продвижение по своему вот этому Хейварду, который я не так давно начала вязать. Просто хотелось показать. Вот я его показывала, но в маленьком, еще так сказать, мало связанном. Сейчас немножко продвинула. Вот вяжу я из таких ниточек Alize Cotton Gold. Так, что у нас здесь? 55% хлопка и 45% акрил. Спицы 3,5-5 рекомендованы. Так, не видно. И крючок от 2 до 4. Вот такие вот у нас здесь обозначения. В 100 граммах 330 метров. И цвет, девочки, 56-й. Цвет передает не совсем верно. Это я уже говорила в предыдущем видео. Немного я здесь продвинула совсем, потому что я занята была кое-какими тут делами. Вот, да, и работа еще до кучи. Ну, ладно, с этим. Ну, вот пайетки я добавляла, значит, через... Совершенно, наверное, неравное количество рядов. 4 ряда у меня пайеток. Почему у меня вот здесь вот так вот получилось? Крупных пайеточек не видно. Не то, что не видно, их вообще здесь нет. Потому что в начале вот этого вот клубочка их вообще нету. Вот начинаем когда вязать. Вот здесь вот я вижу, что есть, вот на этом, не начатом. А на том у меня их вначале не было. Ну ладно, это не беда, пусть будет так. Вот. Как всегда, да, хейварды вяжутся, набираем петельки, замыкаем в круг, вяжем лицевой гладью вот здесь вот я 4 рядочка провязала, связала вот здесь заборчик, чтобы у меня вот так вот дальше все не закручивалось. Заборчик 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, изнаночная. Как вяжем резинку, только второй ряд весь лицевой и третий опять лицевая, изнаночная. Когда я связала заборчик, я сделала росточек. Росточек небольшой по рукавкам. Два разочка я вот здесь вот развернулась. Даже и не видно, где я развернулась. Совершенно не видно. Ну вот. И вот попереду. А попереду я по три раза развернулась. Вот здесь вот видно. Здесь, здесь и здесь. Ну, а здесь почти не видно. Нормально получилось эти развороты. Рукавки сняла на дополнительную ниточку, то есть на вспомогательную ниточку. Крючочком я здесь закрыла эти петли, а потом, когда буду вязать рукава, я их освобожу. Связала подрез. Подрез у меня здесь, по-моему, из 11 петель. Вот. А я не сказала, да, из каких пайеток. Вот пайеточки, девочки. Вот такие вот. Купила опять же в нашем магазинчике. Вязаный мир. Очень хороший магазин, мне нравится. Почти все в нем есть, что мне нужно. Почти всегда я могу там купить. Так, это быстренько я пробежалась вот по этой кофточке, по этому Хейварду. Так. И, ах, да, расход. Вывязала я один моточек. Это у меня вот второй моточек. От второго моточка осталось. Вот, девочки, посмотрите. А от подрезов я уже вот столько провязала. То есть расход вообще прекрасный у этой пряжи. Так, я вот это вот сейчас уберу быстренько и достану другой процесс. Ну вот, девочки, извините за тень, никак не получается у меня сделать нормальный свет. Почему-то, может, я не умею научить. Так, пододвинем помощника моего, чтобы он у меня тут был красиво стоял. Так, девочки, вот я начала вязать штанишки. Просили меня
показать, как вывязывается ластовица. Я связала одну штанинку, это на 1-3 месяца. И вот я начала вязать вторую штанинку. Я когда свяжу вторую штанинку, я на камеру провяжу ластовицу, вместе провяжем, покажу, как ее вязать, чтобы, может, если кто-то не умеет, научился. И скажу, как вязала, как набирала. Ну, краткое такое описание сделаем, да? Вяжу я из вот такой пряжи. Так, ну, вот, из такой пряжи. Нака Бомбина Марвел. Детская серия. Вот нарисованы тут колясочки. Цвет у этой пряжи 90,07. Так, метраж. Так, сначала состав. 25% шерсти, 75% акрила. Так, метраж не могу. А, вот. 50 граммах, 130 метров. Спицы 3,5-4 и крючочек 2,5. И вот такие вот обозначения. Так, что я хотела сказать. Я вязала образец на спицах 3,5, он мне не понравился. Он получился рыхлый и некрасивый. Пряжа, как по мне, не знаю, детская должна быть помягче. Для меня, ну вот как я считаю, что для ребенка пряжа должна быть помягче. Это жестковато. Вяжу я на спицах, вязала я вот эту штанинку вот на этих спицах. Спицы 3,25, то есть на четвертинку я убавила от рекомендованных вот такими спицами китайскими. Я их заказывала на Алиэкспресс, они пришли мне в бархатном мешочке. Там, по-моему, 13 спиц. Мне удобно девочки вязать вот этими спицами. Они такие, и тросик мягкий, Magic Loop, вот самое то вязать. Вот я вязала эту штанишку Magic Loop. Это я просто переодела на Ади, потому что надо было, эти под рукой у меня спицы были, надо было на дополнительную, на вспомогательные спицы переодеть, вот как. Вот, значит, договорились, довязываю я вторую штанину и будем дальше ластовицу вместе провязывать. Так, с этой штанишкой все, да, с этими штанишками. И, девочки, я еще, значит, начала вязать штанишки еще одни, потеплей, и зимние премьеры. Сейчас, вяжу я им, зимнюю премьеру, наверное, тоже, девочки, знаете, да? Простите за тени, ну никак не сделать было. Вот, зимняя премьера, зимняя серия, пехорка. Наша пряжа, пряжа достаточно хорошая. Цвет 01 белый. Что у нас тут значки? 150 метров в 100 граммах. 50% мериносовая 6 и 50% высокообъемный акрил. Пряжа нормальная, девочки. Когда вяжем, да, она такая грубоватенькая, жестковатенькая, а постираешь, она такая мягенькая, приятненькая. Как раз для ребеночка самое то. Я считаю, лучше, чем вот эта вот Нака, ну, вот эта вот пряжа Нака с акрилом, вот с таким. Хотя, да, здесь 75%, по-моему, 75% акрила, но все равно она мне что-то не особо понравилась. Вот. Я здесь тоже эту штанинку уже связала, сделала прибавки по внутренней стороне. Девочки, и вот что я хочу сказать еще, чтобы не было недомолвок или еще что-то. Вообще идею вот таких штанишек, я увидела у Оли Савиной на канале. У нее, в принципе, не то чтобы училась, я умела вязать штанишки и все, но мне понравился вот такой вариант, как она, способ вязания. И теперь я буду пользоваться таким способом. Вот что я хотела сказать по поводу вот этих штанишек. Тоже свяжу вторую штанишку, буду вязать ластовицу. Вот. И может быть, эти штанишки у меня без узора. Просто лицевой гладью, резиночка 1х1. Вяжу я специально туго, потому что когда воду будем стирать, воду опустим,
оно будет, ну, меринос он такой, да, как бы расплывается, и надо бы, чтобы полотно держало форму. Поэтому я вяжу поплотней. Так, девочки мои, сказала я про штанишки, я обязательно сниму это, вот вязание вот ластовицы, да, и возможно сделаем так, одним способом на этих штанишках и на зелененьких, на неоновых можно ластовицу провязать другим способом, вот, чтобы уже показать, да, несколько, наверное, вот со штанишками все, я закончу. Скажу вам до свидания. И, девочки, я хочу показать вам свои работы. Сделала я небольшой видео, как сказать, отчет или слайд-шоу, по-другому может быть. Сейчас я его вставлю, и вы посмотрите, что я вязала. Все вместе, одним клипом. Ну и все. До свидания. Всем хорошего настроения. Всем добра и мира. Пусть любят вас ваши дети, ваши внуки. Творческих идей вам, ровных петелек. С вами была Ольга. Пока-пока.